Эта выставка называется «О счастье», потому что, скажем, благодаря моим родителям и благодаря моим друзьям я знаю, что такое дружба, я знаю, что такое любовь, доверие, взаимопонимание. И это все я могу изображать на своих работах, показывать это людям, и это им отзывается. Хочется нести добро в мир. Сейчас у нас много разных событий, и вот художники, мы имеем очень такую большую силу, мы можем как наполнить этот мир добром и счастьем, так и, скажем, взять другую тему, которая будет более тяжелая, да, для зрителя. Поэтому я выбрала нести в мир такой свет, доброту и напомнить лишний раз, насколько нам важны родители, наши друзья, насколько это ценный дар, и это реально счастье. Thank you.